Всем привет, народ! Продолжаем играть самую баганую, самую несправедливую игру. Вот. В прошлый раз мы выполняли там задание, и у нас забагался лифт. То есть, он не опускался, его зажало клешнями, и мы не могли подняться. Вот, я много чего там пытался делать, и в общем, у меня ничего не получилось. Поэтому мы играем все заново, этот же уровень. Ничего не поделаешь. Вот. Поэтому все мы это читали в предыдущем ролике. Поэтому я уже все забыл. Поэтому. А, найти источник помех. Окей. Там, я помню, внизу сокращенный путь. Вот. Поэтому будем все заново играть. И заново ловить новые баги. Очень багная игра. Очень мне уже не нравится. Я ее сначала так расхваливал. А теперь я жалею, что я это делал. Но хотя, там, по-моему, на странице в Steam это все предупреждалось, что игра еще в разработке. Могут там, по-моему, присутствовать баги и тому подобное. Вот. Ничего не попишешь. Такова уж игра. 3, 8, 6, 9, по-моему, если не ошибаюсь, был пароль такой. Да? А, 3, 9, 8, 6. Ну, был близок, в принципе. 3, 9, 8, 6, окей. Там у нас лежит М16, где-то в ящике, насколько я помню. Вот. Ребята, тише, я уже тут приноровился чуть-чуть попадать вам в голову. Сегодня попытаемся побыстрее этот уровень закончить. Вот. Тут очень, кстати, много аптечек дается на этом уровне, не понимаю зачем. Так. 3, 9, 8, 6. Тише. Блин, 16 патронов осталось. Не так много. Я не помню, там, по-моему, сокращенный, кстати, путь у нас. Сокращенный, по-моему, путь. Не будем рисковать, а лучше пройдем так. Все-таки крюк нам не просто так дан. А, питания нету. Питания нету. А где-то питание включается, я уже забыл. Так, 4 патрона. Дело плохо. Дело у нас очень плохо. Так, не 4 патрона. 30 патронов. Дело отлично. Че это за вода? Я вообще не помню ее. Так, как использовать аптечку? Если не ошибаюсь, 9. Так, отлично. Вкололи все. Дозу. Да умри. Так. Ты лежать. Три, девять, восемь, шесть. Просто напоминаю себе. А то мало ли забуду. Будет очень обидно. Возвращаться по 100 раз по этажам туда-назад бегать. Что-то не очень хочется. Вот, сейчас мы сюда зашли, это было необходимо, потому что нам очень сильно нужны будут патроны. Очень сильно. Там потому что будет очень много врагов, и это просто необходимо. Так, 3986. Я все правильно помню. Не забывай мне на секунду наш пароль. Ну, поднимайся.
иногда думаю, что на канате быстрее подниматься, чем по лестнице. 3, 9, 8, 6. Не забываем, не забываем. Еще чуть-чуть. Где-то тут. А, вот он. Так, ну, открывай. 3, 9, 8, 6. Отлично. Получаем нашу М-ку. Так, ящики. Что у нас с ящиками? Течки, правильно. Течки нам нужны. Еще одна. А, это патроны уже. Все, отлично. Так, а я открыл? Что-то не помню. Да, открывал. Так. Переключаемся сначала лучше на пистолет. М-ку напоследок. Или когда будет очень много врагов. Пока нам она не нужна. Ни к чему. Блин, надо было сразу же открыть. Сам говорил только что про этажи, то что не будем бегать. И в итоге получается так, что мы бегаем. Ладно, тут есть сокращенный путь. А, ни хрена, я им не могу воспользоваться. Питания же не было. Ну ладно, пробежимся. Ничего не поделаешь. По крайней мере, он хоть быстро спускается. Так. Быстрее, быстрее, быстрее. Уровень достаточно длинный, на самом деле. Поэтому попытаемся его пройти побыстрее. Так, тебя я хрень помню. Все я помню. Все я помню. Так, что у нас еще? Так, по воде я помню, да, спускаемся. Направо мы... Ой, налево. Налево мы не идем. Почему? Потому что там тупик. Идем сразу же направо. Вниз сейчас проплываем. Идем сразу же направо. Дабы не терять кислород. Кислородный баллон. Так, так. Благо, что никаких подводных монстров нету. Были бы подводные монстры, мы стрелять с ними не можем. И пришлось бы нам тут плавать. А управление, на самом деле, для плавания очень плохое, неудобно. Честно скажу, неудобно. Как-нибудь вот вперед идешь, мышкой там петляешь. Вот было бы, наверное, удобнее, мне так кажется. Для меня лично. Для меня было удобнее. Не знаю, как тебе. Так. Сейчас должны появиться у нас коконы. Коконы, как в чужих. С коконами мы уже будем с помощью М-ки сражаться. Так будет намного легче. Так будет быстрее. И экономим своего рода патронов. Хотя с моей стрельбой тут никакой экономии не будет. Так, не помню, что наверху. Что у нас наверху? Так, не, давай сначала вниз спустимся. По-моему, насколько я помню, там ключ. Да, там ключ лежит. Тише. Там ключ, и там первые наши два кокона. Два кокона мы быстренько заливаем. Бери пистолет и... Прям в голову. Отлично. Так, либо мы можем сделать вот так. Что будет намного проще. Нет, ни хрена не проще. Я думал, он кокон на самом деле убьет. Кокон он не захотел убивать. Поэтому... Берем такие мы винтовочку. Пробегаем. Уничтожаем этих. А перезарядка. А
Перезарядиться, это почему? Почему не можешь перезарядиться? А сейчас можешь, да? Гениально. Очень, очень много патронов потратил. Вот куда? Уже начинаю не любить этих пауков. Я думал, они простенькие такие. Так, 85. Плохо. Очень плохо. Очень много патронов потратили. На что? Правильно, на говно, на это. Так, ладно. 30 патронов нам вернули. Уже неплохо. Пойдет. Нам хватит на этот уровень. Но все обнуляется. То есть нам в следующем уровне придется заново искать припасы. Не остаются они нам. То, что мы находим. Стреляется? Нет? Нет, не стреляется. Просто текстура. Надеюсь, на самый верх залезем. Давай не будем рисковать еще разок. Так, отлично. Осталось немного. Осталось немного до того лифта, который забагался. Делаем все быстро и оперативно. Так, тут что? Тут у нас патроны. Тут у нас патроны. И тут мы используем шарик, чтобы открыть нам дверь. Главное, чтобы хватило у нас. Нет, дальше, дальше, дальше. Пролети, ёб ты мать. Еще раз. Быстрее. Недаром нам дали 8 шаров. Так, отлично. Двери открыли, пол дела сделали. Тут... Тут сейчас, по-моему, тоже коконы будут. Но, как говорится, ну и хрен с ними, мы сюда больше не вернемся. Так, что у нас тут? Тут у нас, кстати, по-моему, выход. Да, у нас тут выход. Поэтому мы сюда потом придем. Кстати, труп этот не помню. Или помню. Да. 5 шаров дали. Отлично. Нахер они нам нужны? Ну ладно. Найдем применение. Так, газ. Газ выше открывается у нас. Это я помню. Еще выше. Так, тут у нас, по-моему, да. Так, да. И... 7229, помню. Помню этот пароль. Ничего нету. 7229. Запомнили. Еще ниже. Там мы газ убрали. 7229. Так. 7229. Все. И открываем, значит, это там ворота на втором этаже. Если отсюда смотреть. Вот, открываем ворота. Так. Так. И так. Отлично. Ворота открыли. Теперь самая сложная часть — это баганный лифт. Баганный лифт. Черт бы его побрал. Не дай бог сейчас забагается. Так ненавижу уже эту игру из-за того, что он в прошлый раз забагался. Не хотелось бы еще раз. Так. Вызываем, значит, терминал. Вызываем лифт. Сейчас нужно будет, значит, нажать на кнопку подняться и быстро на него запрыгнуть. Так.
А мы можем вот так сделать? Давай лучше вот так сделаем. Получится так? Нет, так не получится. Быстренько. Так. Ну, вроде нажали. Вроде нажали. Да, отлично. Все, никаких проблем. Главное теперь доехать. Все, доехали. Тут я уже не был. Тут я не знаю что. Так, зря я спрыгнул. Нет, не зря я спрыгнул. Все отлично. Так, терминал. Очередной терминал. Тут я уже не был. Тут я не знаю что. Ну что-то тут должно быть. Так, управление лифтом. Значит, нам все-таки вниз надо будет спуститься. Но для начала. Что за хрень? А управление остановить. Так. Найти и установить источник радиопомех. Понятно. А, прием. Связь установлена. У вас все получилось. Прекрасно. Возвращайтесь вниз. Нужно исследовать одно явление. Хорошо. Открой дверь, и я вернусь. Откроешь? Нет. Не откроет. Так, а мы ведь там не были. А как туда спуститься? Там еще что-нибудь есть? Так. Ага. Ага. Тут как-то можно пройти. Как пройти, пока не знаю. Ну, поднимайся по лестнице, чё стоишь? Давай. Вот, молодец. Так. Управление лифтом. Спуститься. Быстренько заползаем на лифт. Спускаемся. Все отлично. А, все, мы прошли задание. Я думал, мы пойдем сейчас в тот проход, в котором мы тогда не этот, там закрытый был. Вот, ну ладно. А, день 49. Так я не понимаю, это один тот же? Так, наш ученый предполагает наличие синих кристаллов, неизученной в шахте G-72. Осторожно следуйте эту шахту. Эти минералы крайне ценны для нас. Захватите оружие и боеприпасы, поскольку там может поджидать неизвестная опасность. Идите в кладовую. Окей. Окей, где кладовая? А там G-72. Кладовая, наверное, вверху. Так, G-72. Где кладовая, хрен пойми. Может наверх подняться? Нет, наверх мы не поднимемся. И вниз, да, не спустимся, окей. Где-то тут должна быть кладовая. Ну, пойдем вниз, спустимся. Все равно будем все исследовать. Так, пистолет, взрывчатка, отлично. Ага, ну вот она, кладовая. Так, два ящика. Соответственно, должно быть два оружия. Я так думаю. Да? Да. Первое. И ни хрена. Одно оружие. Ну, блин, патронов, конечно, дали. А чё, праздник какой-то? Чувствую, монстров будет до хрена. Три аптечки. Сколько патронов? 430 патронов для М-ки. 296 патронов для пистолета. И 28 жизней. Соответственно, думаю, тут будет жестко. Тут будет жестко. По-любому должно быть. Да? Да? Так, а еще что у меня? Плазморез. Я до сих пор не понял, что за плазморез. Нахер он мне нужен. Так, пойдем еще ниже. Не можем мы ниже тут спуститься? Не можем. Так, тогда это наша остановочка. По-любому какой-нибудь босс тут должен быть. Ну, уже сколько уровней прошли, и ни одного типа босса не было. Главное смотреть в оба. Не дай бог опять эти какого щупальца из стен. Сразу же погибнем. Если нас поймают. Так, слышу. Слышу пауков. Очень много. Хотя ладно, они с таким справлялись количеством, да?
Так. Тише, тише, тише. Стало нам еще тут умереть. Так, 262. А патроны быстро достаточно улетают. И жизни тоже. Сейчас. Да, с моей меткостью все 256 патронов улетят в никуда. Как я мог так промазать? Тише. Еще где-то. И ползут. Сейчас. Где-то. Да, черт че. Тише. Все отлично, спустились, но, блин, столько патронов потратил. Чё, он Элизию раз... Серьезно? Там была какая-то иллюзия. Он может снимать какую-то иллюзию? Тише. Так. Тут по-любому этот сканер. Проверяем. Ни хрена. Еще. Проверяем. Ну чё, типа, это пустая этот стена была. Ну-ка, давай еще раз этот шарик запустим, может, он опять что-нибудь сможет сломать тут. Да нет. И чё? Короче, туда как-то можно было, видимо, попасть. Но мы это дело просрали. Сканером мы тут проверили, поэтому смысла нету тут больше сидеть. Поэтому. Погнали дальше. Нас все равно как раз по уши идет. Куда? Стой! А чё, я на его шар потрачу. МК нам еще чувство пригодится, поэтому чтобы с ней поэкономнее. Так. Угу. Ну, может, зацепимся сегодня? Отлично. Давай, шар, твори чудеса. Первый есть. Второй. На третьего не хватит. То есть два паука. Два паука — это наш предел. Сейчас прыгнет. Полетели кишки по стенкам.
От жопа, от жопа, козел. Сдохни, сгори. А чё, тут ничего нету? Пусто, что ли? Серьезно? Я сюда что, зря пришел? Нет, погоди, не может быть такого. Это глупо делать такой путь, чтобы было пусто. Проверяем. Где-то должен быть вход. Так, что это у нас? Фигня какая-то. Хоть не сдохли, это спасибо. Так. Проверяем. Тут. Тоже фигня. И чё, серьезно? Пустота просто? Так, ну у нас есть 15 динамита. 15 динамита. Я думаю, не зря нам даны. Значит, будем копать куда-то в другое место шахту. Так, что у нас на карте есть? Вход в шахты. Ну давай. Больше ни хрена нету. Ладно. А что по заданию там? Я уже забыл. Найдите синие кристаллы в неизученной шахте. Синие кристаллы. Ну давай искать. Опа. Опа. Не зря. Не зря. Значит, и такие зоны у нас, да, попадаются? Ну, возможно, мы на верном пути. Но, блин, это сколько надо тут так искать? Бегать все с этим сканером. Есть, конечно, неудача. Так, идем дальше. Первый. Второй. Третий. Что, все, что ли? А что так у вас мало внезапно? Шпука. А, это, наверное, где-то вверху. Поднимаемся. Тише, туда лезешь. Еще выше. Вот ты вас там. Да, бросил свою личину. Там еще один, по-моему. Давайте быстро идем. Так, есть. Минус. Ой, да ты меня там пока бегать будешь. И чё? Вообще зацепился. Должны были попасть. Только не разбейся, пожалуйста. Отлично. Блин, куда-то прямо наверх. Замри. Идем еще выше. Теперь поиграем в альпинистов, да? Не убейся. Так, отлично. Там еще. Давайте, приманил.
они не пойдут, они ждут. Бля. Так и думал. Так, а как мне тогда зацепиться? Как бы мне тогда зацепиться? Так, чтобы не разбиться. А вот так, давай вот так. Ой, секунду. Сделаем вот так вот. Оттянем. Жмем Enter. И полезем. Наверх. Только убьем одну суку. Что? Что это? Я же говорю, баганая игра. Говорил? Говорил. Что это с веревкой? Я что, много вешу? Отступить. Отступить. То она прикрепляется, то не прикрепляется. Ну, что опять не так-то? Куда отступать? Куда? Скажи мне, куда отступать? Так, так не достанем, окей. А, если же мы... Давай его грузно сюда. И что? И что? Второй раз уже. Так. С тобой умрем вместе. И это еще откуда-то пришло. Так, ладно. Вариант номер два. Как бы сделать? Как бы сделать? Так, разобьюсь. Иди сюда. Так, ну вообще далеко еще там. А чё, может я так достану? Нет, я достану? Наверное, нет. Достану. Так вот. Не достану, окей. Давай тогда... А если сюда? Тут удержится? Не удержится. А чё, вот, вот веревка была. Я думал, я на нее еще запрыгну и поднимусь. Так, ладно. Отступаю. Куда отступать-то? Некуда больше отступать. Тоже опять не сработало. Еще раз пробуем. Прокатило, значит, надо ниже. Ниже брать. Он то срабатывает, то не срабатывает. Не долетело? Попал в этот. Так, вот. Смотри. Сейчас мы, значит... Блять, получилось, получилось, он схватился, упал. Все, 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 идем, 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 идем. И, блять, пришли. И, блять, пришли.
Едем назад. Не получилось у нас ничего. Придумал. А, ни хрена я не придумал. Это я только сломаю, да, себе уступ? Хорош. Сломал себе уступ. Прикольно. Игра прикольная, и конкурсы интересные. Как нам еще можно? Кстати, наверное, зря я динамитом тут все взорвал. Да, правильно, к воздуху в принципе. Сейчас вообще больше. Ой, да, застрянь еще тут. Давай, ладно, еще попробуем вот так сделать. Все равно терять нечего. Значит, берем такие. Я не так хотел. Получилось? А что тебе в прошлый раз это мешало сделать? Багом залезли, багом каким-то, волшебным багом. Так. Теперь главное не умереть. Ладно, кое-как с божьей помощью мы все-таки залезли сюда. Походу, я чувствую, мы на верном пути. По-любому. А патронов-то нафига мне столько дали? Ладно, понял, не трогай. Сейчас приду, подожди. На, лови. Граната. Пауков много должно быть. Ух ты, ни хрена себе их тут. Тут по-любому мы берем. Паук, я тебя не увидел. Где хоть-то примерно?
Готово. Просто пробегаем, просто пробегаем. Чёрта с ними. Так, и наверху проход, наверху проход. Пойдем наверх. Осталось 16 жизней. 16, нам этого хватит. Нам этого хватит. На всякий. Экономим патроны. От пауков мы избавились. Так, либо вверх, либо вниз. Вверху у нас. О, что у нас вверху? А нифига хорошего. Проверяем сканером. Ищем. Отлично, нашли. Бежим. Давай. Показывать типа. А! Доперло. Спуск просто вниз. Так, хорошо. Допустим. Спускаемся. Смотрим. Что у нас тут? Ни хрена. Ничего нет. Так. Ага, синий кристалл. А, получилось. Отличная работа. Теперь возвращайтесь ко входу в шахту. Возможно, там вы найдете более короткий путь. Будет нам... Вернуться ко входу в шахту. Фу. Ну да, почему бы нет? Приколись, блин. Умудрились еще ноги себе обломать тут. Так. Ух ты, сияет. Как только подхожу к ним. Так. Пусто. Пусто. И пусто. Ладно, вот вижу маршрут. Еще один. Мы. Там был вход вверх и был вход вниз. Мы пошли вверх. Пойдем сейчас вниз. Сейчас нас там какая-нибудь хрень будет поджидать. Вот. Глянем. Тебя-то. Так, так, аккуратненько. Смотрим. По-любому тут вход. Да, вот он. Тык. Да. Здравствуйте. Патронов много, так что почему бы и нет. Так, давай сначала влево пойдем. Влево. Ой, вправо. Вправо посмотрим, что у нас тут. Тут у нас. Блин, да чего так? Вы то медленные, но на поворотах, то быстро. И это мне уже так кажется. Так. Так. Мы можем еще ниже спуститься. Тут тупик. Но. У нас есть сканер, который нам показывает. Что бы ни случилось. Да ну его в жопу. Не хочу умирать. Пойдем по второму входу.
Или же... А почему нет? А почему нет? Так, это хрень. Это бесполезно. Тут. Тоже бесполезно. Тут. Соответственно, тоже бесполезно, да? Я так и понял. Зря спрашивал. Так, отлично. Пойдем еще выше. Но тут уже не особо страшная уже какая-то музыка пошла. Тут... Нет! Серьезно? Серьезно, ты не смог удержаться? Ну, типа, ладно. Блин, наверное... Теперь небольшая раскачечка. Серьезно? А, вот, вот, вот у нас есть. Вижу его. От командира очень подозрительная фраза была, по-моему. Что-то ты здесь найдешь, по-моему, или что-то такое. Еще какая-нибудь хрень появится, когда уже буду подходить. А? Слышишь? Слышишь? Пауки ходят. Хотя их тут не было. Я тут зачищал все. Кстати, это что-то поможет? Ну, вроде иллюзия, да, раз... рассеивает. Ага, вот он. Ну? А их не было. Их не было. Откуда они появились? Непонятно. Да. Канат читер. Я уже думал, ни хрена себе он подрапал. Но, все. Не сегодня. Смотрим на потолки, смотрим на потолки. Ничего не видно. Ага. Так, ну мы в принципе вернулись. Че, все что ли? Я думал, босс какой-то появится. Ой, ну ладно. На сегодня, я думаю, все, пожалуй, хватит. Вот, да. На сегодня все, пожалуй. Вот. Ставь лайки, подписывайся, комментируй, не забывай. И до следующего ролика. Спасибо за просмотр. Пока.